Елена, можно дополнить, да, еще чуть-чуть? Да. Вот, допустим, в начале встречи, да, вот вы сказали, чем нас зацепило вообще, вот, ну, Джиэль там, или как там начался mm-hmm. разговор, да? Mm-hmm. Вот скажу за себя, меня лично зацепило как раз вот это то, что система здесь есть. Mm-hmm. Потому что тоже работала в разных проектах много раз, да, как уже давно mm-hmm. сижу в интернете. Но вот действительно не было еще ни разу такой системы, которая бы вот за ручку просто брала бы и вела. И был бы не просто там какая-то система, где ты сам колбасишься, там, да, что-то самообразовываешься. А вот именно есть человек, который вот как учитель действительно угу. берет тебя и как бы под свое крыло. Вот это меня вот в первую очередь привлекло, когда мне дали вообще информацию про Джей. А как тебе дали? Можно спросить? Мне просто интересно так вообще, как вы получили эту информацию? Я вообще как бы работала в проекте в одном, и там он стопорнулся. Я выбирала просто, ну, как бы думаю, где бы нормально остановиться, приземлиться. Mm-hmm. И мне просто девочка знакомая, она работала в предыдущей компании, где вот вы тоже работали. Mm-hmm. Она говорит, вот у нас там есть как бы лидер Елена Кононова, вот они скоро открывают компанию. Возьми, посмотри ролик. И она мне скинула просто ролик, вот этот голубенький у нас ролик по маркетингу первый. Mm-hmm. Yeah. Я вот посмотрела, и мне вот, я там увидела, ну, маркетинг, понятно, но там говорилось именно про систему. Про вот mm-hmm. обучающие, что есть обучение для партнеров. Mm-hmm. Вот это меня зацепило, и я как бы сразу поняла, что я хочу здесь быть. Потому что без системы действительно в интернете очень трудно, очень трудно. Mm-hmm. А систему ты увидела в том, что у нас есть просто система обучения или вот это сопровождение как концепция? Ну, и... вообще, да, вот в начале там, когда еще компания не стартовала, там же не, я вообще не знала, какое будет обучение, вот если честно. Mm-hmm. Я не знала, что ну, я, мне там говорили, что будет Александр Корнеев там вести, но какое именно обучение, я ж не знала, потому что мы еще там сколько, полгода ждали. Но меня сам факт, что система будет вот это, меня вот это зацепило, обучение для партнеров. То есть мне вот это надо было, чтобы я могла обучаться, и мои партнеры могли обучаться, а не просто там сами по себе где-то как слепые котята. Вот это меня и зацепило в первую очередь. Вот. Благодарю. Вот знаете, классно, что вот мы сейчас эту тему задели, потому что если мы вспомним, как мы сами сюда пришли, люди будут на это и резонировать тоже.